Всем привет, с вами SteveProи сегодня покажу мод, который валяет крылья в Minecraft Pocket Edition. Ну что ж, вот меня сгрузил мир, давайте посмотрим на эти крылья третьего лица. Ну вот так будет выглядеть наши крылья. Они маленько провалят через текстуру, но зато они выглядят красиво. Также можно смотреть вот такого лица. Наши крылья тоже видно. Совершенно видно хорошо. Ну, давайте мы перейдем в обычный режим. Переходим и испытываем наш мод. Как видите, все работает. Мы спускаемся очень медленно. Так, теперь я собираюсь подняться выше и включить вид от третьего лица. Так, поднимаемся. Доходим до солнца. И как видите, когда мы спускаемся, наши крылья распускаются. И, кстати, я заметил такой баг, если когда опускаешься, включить ускорение, то мы полетим с бешеной скоростью. Я не знаю, это очень бешеная скорость, как видите. У меня не успевает прогружаться чанки. Еле-еле прогружается. Так, я как-то смог засунуть крылья внутрь себя. Это выглядит прикольно. Забавно. Кстати, я хочу испробовать такой этот способ. Ну, в домайне есть такая функция. Включение ускоренной игры. Я хочу включить ускоренную игру и быстро побегать по миру. И попробовать дойти до... Ну, этих... Как там? Дальних земель, да? Ну, вроде вот. Так, вот тут у нас стоит овечка. Смотри, какие у меня крылья. Смотри. Смотри, как они бакают, как они провалят через текстуру. Ты чё, хочешь? Смотри. Смотри, завидуй. Смотри. У тебя нет такого, как у меня. Давай, смотри. Так. Ну что ж. Мод довольно классный. Такая функция есть и на ПК. Вот. Ну, теперь она есть и у нас. Так что мы ничем не хуже, чем ПК. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.